скажите, пожалуйста, когда в 1783 году Грузия и Россия заключили Георгиевский трактат о дружбе, в состав какого государства входил Цхинвальский регион и как он назывался? Южной Осетии или внутренней Картли? Цхинвальский регион всегда назывался внутренней Картли. До 1922 года. В 1922 году был изобретен новый термин большевиками «Южная Осетия». Южная Осетия – это не географический термин. Это термин, изобретенный большевиками, которые аннексировали и оккупировали Грузию. И чтобы отторгнуться от Грузии вот данную территорию, где было осетинское население, а в Грузии проживают также и другие национальности, вы знаете, они сознательно назвали это, значит, Южной Осетией. Это то же самое, если, например, мы сейчас Краснодарский край назовем Северной Грузией, с целью захватить этот Краснодарский край и отторгнуть от России. И будем оправдываться тем, что в Краснодарском крае, как вы знаете, проживают грузины. Есть там грузинское население. Вот такая же логика, когда говорят о Южной Осетии. Никакой Южной Осетии нет, никогда не существовала она. Такого географического термина нет в природе.